Ребята, всем привет! Заказал на Али вот такой вот прожектор. Так, только не упади. Не стал, стал слишком большой и длинный брать. 52 сантиметра, кажется. Думаю, достаточно, потому что вот этих, если честно, маловато. Если едешь по знакомой дороге, то да, можно еще там светить. И то, если они едут прямо, едешь прямо. А если поворачивать, уже куда поворачиваешь, не видно. Там 3-4 метра только перед собой еле-еле светят. Ну, критичные, то есть проехаться можно, но охота себе что-то побольше поставить. Вот, заказал такое на Али, такую гирлянду. Что удивительно, доставка с России стоит дешевле. На 400 что ли рублей, чем с Китая. Короче, на складах России у нас лежат старые партии, и цена на них еще не поднялась. И пришло за 4-5 дней. За 4 дня пришло с Москвы. Так что, ребята, вот сейчас буду ставить. Так, ребята, пока временно стоит, потому что пластина у меня вот короткая. Надо от края до края. Сюда сверлиться неохота. Было. Я думал вообще сразу засверлиться. Но тут бардачок, неохота дырявить. Вот тут вот пластину как бы посередине прихватил. И тут будет по краям. Ну вот, как это пока она временно держится, да? Ну вот как она светит. Во. Намного лучше пучком. Как раз. Сильно встречку не будет слепить, ну, хотя слепит, но подрегулировать можно. Ну, хотя оставим. Подключил пока вместо этих штатных только временно. Потом отдельный включатель будет, и будут и эти габариты гореть, и эта фара. Это будет как штатный и ближний, а это как дальний. А сейчас в полевых условиях проверим, как светят фары. Ну, вот это уже намного лучше. Сейчас я вот с этой фарой поеду домой.